Рации, фонарики, окопные свечи и другие предметы военного быта. Острой нужды в этом нет, но лишним точно не будет. Машину заполняют буквально до отказа. Гуманитарный груз отправляется в зону проведения специальной военной операции. Не то, что мы едем в Донецкую Народную Республику, как взятую за основу. Также одна из машин у нас уедет на Запорожье, передаст все необходимые бытовые и технические принадлежности для мобилизованных военнослужащих из Подмосковья. Всего удалось собрать 4 машины с грузом. Помимо бытовых принадлежностей, солдатам везут средства личной гигиены, одежду и продукты с длительным сроком годности. Впрочем, передать в зону СВО можно даже письмо или детский рисунок. Военные говорят, что такие сюрпризы согревают, напоминают о доме и дают сил. Участие в сборе гуманитарной помощи приняли 12 муниципалитетов Подмосковья. Поддержка военных продолжается. Помочь им может каждый. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.